Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я получил посылку из Китая, защитное стекло для телефона Asus. Вот упаковочка. Заказывал на AliExpress. Под видео на всякий случай будет ссылочка на модель телефона и именно это стекло. Комплект из двух стекол обошелся $1.80. Посылка шла 30 дней. Это будет моя первая постановка защитного стекла с предварительной съемкой, демонтажом старого стекла, которое вот треснуло. Это не телефон, треснул дисплей, а само защитное стекло. Его помогал мне ставить товарищ, друг из Болгарии. И хочется сегодня попробовать. Предварительно я изучил на YouTube, посмотрел опыт коллег, как демонтировать и как ставить защитное стекло. И сегодня мы попробуем с вами вместе его демонтировать и поставить новое стекло из Китая. Заодно проверим, соответствуют ли данные на сайте. В комплекте было сказано, что два защитных стекла идет, а не одно. Проверим. Вот наша упаковочка из Китая. Вот телефон. Предварительно я приготовил тряпочку, на которой будет телефон, чтобы не скользило. И заготовил себе пластиковые приспособления, при помощи которых я буду пытаться поддеть стекло, как нас учили на YouTube коллеги. Вот это вот пластиковая карточка, такая маленькая пластиковая карточка, предварительно зашлифованная. Видите, вот тут даже вот краска слетела. Я с обоих сторон ее зашлифовал, утончил здесь, чтобы она была тоньше и легче входила в щель. Еще у меня есть такой вот плекс тоненький, гибкий. Я не знаю, если его видно. На всякий случай. И один из них я вот тоже обшлифовал предварительно, чтобы он еще был тоньше и легче входил между стеклом и защитным стеклом и самим экраном. Вот наша упаковка. Сейчас ее вскрываем. Проверяем, насколько точен AliExpress. Вот наша упаковочка. Два стекла. Все очень точно. Вот два стекла поступило к нам в комплекте. И вот специальные губочки. Тоже два комплекта. Первая губочка это влажная для снятия, для зачистки экрана. Вторая клейкая, которая снимает мелкие ворсинки, мусор со стекла самого телефона. И вот веревочка. Я правда не знаю, для чего она. Мы когда клеили с моим товарищем, у нас еще были фиксирующие специальные приспособления, ну, типа клейкой ленты. Здесь я их не наблюдаю. Одно стекло отложим в сторону. Посмотрим, как упаковано стекло. Вот стекло. С этой стороны защитная пленка, видите? Она вот имеет тут специальную штуковину такую, чтобы схватиться за один край и снять защитную пленку перед установкой. Стекло такое же, как и у меня было. Без отверстия для камеры. Если, наверное, плохо видно, здесь отсутствует отверстие для фронтальной камеры. По габаритам стекло такое же, как и мое. Только вот щель для
динамика здесь меньше на этом стекле, уже. Так. Лишнее убираем в сторону. Пытаемся сначала поддеть наше стекло. Это вот видите, вот здесь отклеилось, потрескалось. Это я пытался ногтем грубо поддеть, но она начала трескаться. Вот здесь и здесь появились трещины. Еще телефон упал, и тоже появилась невидимая трещина. Ну, пробуем. О. Отклеилась именно та часть, видите, вот эта часть трещины, с трещиной, которая была. И пошло остальное. Работает пластиковая карточка, только она должна быть предварительно зашлифована. Подставим сюда, чтобы стекло не приклеилось обратно. Такие фиксаторы. И вот плавными движениями отклеиваем стекло. Пластик по родному стеклу никак не может навредить, потому что вот эта пластиковая карточка, она, думаю, никак не навредит стеклу дисплея. Вот уже легко пошла. Вот. Демонтировалось стекло полностью. И что интересно, вот эти трещины, которые появились, они прощупываются здесь, с наружной стороны. С внутренней стороны, тут еще пленка защитная на стекле, оно никак не читается. Вот излом, который образовался от падения. И вот эти вот края, которые я пытался поддеть ногтем. Вот что у нас показывает дисплей после демонтажа. Он целый. Но мне придется, наверное, отключить камеру и предварительно прочистить стекло влажной салфеткой, не из комплекта, для экономии. Вот, дорогие друзья, предварительно я воспользовался влажной салфеткой, потому что была грязь от трещин, то, что стекло приподнялось на краю. Прочистил влажной тряпочкой, салфеткой. Потом своей тряпочкой для линз фотоаппарата. Потом зафиксировал стекло, видите, скотч. Сначала скотч наклеил, вот такой скотч, широкий скотч. Вот сюда наклеил, на стекло. И предварительно выставил его на сухую. Видите, оно сейчас вот свободно, как книжка, находится. Предварительно выставил его на глаз, потому что здесь никак не померить. На глаз выставил по краям, чтобы все совпадало, вот эти вот углы, повороты, чтобы не было наездов, потому что у Asus есть такой маленький бортик. Предварительно выставил стекло, потом провел пальцем, зафиксировал стекло. И оно сейчас как книжка работает. Тут еще вот защитная пленка, видите, ее надо снять. Ну, вроде все совпадает. Сейчас воспользуюсь первым номером, это вот для прочистки самого стекла. Фирменная салфетка. Вот она. Воспользуемся этой салфеточкой. Так как она фирменная, я не знаю, что в ней такого есть секретного. И предварительно протираем стекло телефона. Стороночку.
После этого вскрываем второй пакетик номер 2. Тут специальная салфетка должна быть, какая-то липкая. Я помню, у меня вот когда друг наклеивал стекло, было липкое. Не знаю, что здесь сейчас в комплекте идет. Это просто, оказывается, просто салфетка, но никак не липкая, как было в первом комплекте нашем. Это чтобы типа насухо протереть. Ну, экран чистый. Сейчас будет самое интересное. Мы снимем защитную пленку и приступим к наклеиванию стекла. Удаляем защитную пленку. И вот наше стекло, видите, я даже пальцем не тронул. Оно само наклеивается, видите как? Не буду даже помогать. Возьму тряпочкой, прижму. Надо выгнать. Лишний воздух. Вот здесь с краю еще что-то осталось, не нравится мне. Чуть-чуть здесь есть что-то. Воздуха нигде нету. Сейчас мы демонтируем наш скотч. Вот. Все. Скотч демонтировали. Вам, наверное, не будет видно в камеру. Я смотрю визуально, нигде ничего не наблюдаю, никакого брака, все идеально. Только меня смущает край немножко здесь. Сейчас я продавлю ногтем для фиксации. Но все, лучше не будет. Все, защитное стекло на телефон Asus 5 модели мы установили. Видели, даже не пришлось нажимать пальцы. Мы как наложили стекло, оно само пошло приклеиваться. И, кстати, что интересно, вот старое стекло, которое я демонтировал, мне было интересно, как же оно клеится, что за состав там. Оно такое, знаете, вот липкое, вот это вот стекло старое, вот с этой стороны, которое было наклеено, оно имеет какой-то специальный клеевой состав. Оно вот такое вот липкое. Даже мы сейчас вот возьмем, попробуем пленочку. О, и пленочка. О, видите? И пленочка приклеилась. То есть, как говорят коллеги, вот это стекло, если появится где-то воздух с края или где-то еще, можно демонтировать и потом аккуратно приклеить еще раз. Да, вот еще напоследок, дорогие друзья, я скомкал вот это стекло старое. Оно, видите, оно типа триплекс, оно имеет пленочку сзади, вот эту вот, которая липкая. Видите, как трещины образовались, а оно никак не сыпется. Так что, если у вас телефон вот с такой защитной пленкой падает и появляются трещины, не бойтесь, это потрескался только защитный экран. Вот, видите, защитный экран, и много трещин на нем. Вот это вам в дополнение, в успокоение. Только не злоупотребляйте, потому что телефон ронять совсем не полезно. Вот. Ну все, обзор закончен. Вот на этом наш успешный
обзор наклейки защитного стекла прошел успешно. Спасибо за внимание. Если что, подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы по AliExpress, по телефону Asus и не только Asus. По всяким приложениям интересным. Буду рад помочь, если это будет моей компетенцией. Спасибо, друзья. До новых встреч.